Тест драйв нового обновленного велосипеда. Руль, мне кажется, немножко кривоват. Дома настроишь. Полный колесами. Благодаря. Давай, делай рекламу. Сервис у Павла в городе Краснотуринск. Всем рекомендую. Сервис даже не делайте. Приезжайте сразу в Краснотуринск. Здесь все. Прям тут не подошел диск тормозной, задевало. Здесь есть болтики, резина, покрышки. Все вообще есть. Подвески всякие, мостики, краники. Делай руки. Самое главное богатство этого сервиса. Так что приезжайте всех. День рождения, праздник или романтический вечер. Лучший подарок – это сервис вашего велосипеда. Это самое хорошее. Сейчас я прокачусь. 26 были колеса на этом велосипеде, а сейчас 28 под дождем. Да, дождь идет, но мне похер, потому что я хочу на этом велосипеде прокатиться. Но он очень странно выглядит. Я проеду туда, короче, и это не обратно. Ой, я немного боюсь. Как это будет? Так, надо сначала цепь. Все, цепь готова. Как на детском велосипеде. На бегавеле сейчас. Ой-ой-ой. Если на фэте. Так ты выезжай на асфальт, что тут? На фэте дичайшая уверенность в том, что ты не упадешь, даже если остановишься. Но тут психологически кажется, что ты упадешь просто сразу же, потому что колеса очень узкие. Мне очень страшно, но я борюсь, я смелый человек на самом деле. На самом деле нет, но. Да, так что делать. Так ты на асфальт выйди вот туда. Так ты выезжай на асфальт, зачем ты по этой? Так вот туда выйди на дорогу. Откуда заезжали? Под дождем. Ни дождь, давай. Ни снег, ничего меня не остановит. А мне еще в Серов ехать. Радиус разворота увеличился. Поэтому надо очень аккуратно выбирать место для разворота. Я не сильно же, наверное, грязный. Да не, вообще. Кстати, сухое все. Узенькие колеса, мало брызгают грязь. Но, блин, очень круто. Я знаю, ты хочешь тоже прокатиться на нем. На этой карцепите. Кажется, что, короче, сейчас что-то где-то ты вернешься, потому что колеса реально узкие, они в два раза уже, чем у меня были. Но ты валишь. И валишь круто. Это прям вообще здорово. Кто-то скажет, что это конченое извращение ставить на МТБшку 28 колеса. Узкие 28 колеса. Хер вам. Это круто, потому что с нашими дорогами, с нашими городами МТБшка на 28 колеса для города вообще валит. Крутой лог, конечно, мимо. Но город Поспелково, Ключевой, Красноярка. Это все здесь. И вот таких машин больше не страшно, потому что ты можешь ехать в более высоком темпе. Мне не терпится проверить этот комплект, этот кит на каком-нибудь расстоянии до Поспелково. Пока я проезжаю 27 километров за 50 минут, я думаю, что вот на таком комплекте я улучшу это время. Клево. Я доволен. Как ребенок, который под Новый год проснулся, и там прям лежит подарок, который он хотел увидеть под елочкой.